Привет! Предыдущее видео про мою игру вам зашел, поэтому я решил сделать еще одно видео. Я почитал отзывы, подумал и понял, что игру все-таки нужно сделать более хардкорной. Поэтому я просто взял и увеличил скорость всех мобов 1.5 раза. Теперь игра стала сложнее и, самое главное, интереснее. Так, напоминаю, что я делаю платформер, в котором персонаж не может остановиться. В этом видео я покажу все, что в игре на данный момент реализовано. Ну и нарисую уровень и немножко поиграю. Начнем с врагов. Их в игре 6, и каждый из них уникален. Именно благодаря ним получается постоянно привносить в игру что-то новое. Первый, самый обычный, имеет 1 хп. Второго убить нельзя, разве что способностью. Этот ускоряется при виде игрока, у него 2 хп. Эти умеют летать, а на этих можно прыгать. Последний на данный момент, целых 3 хп, атакует игрока рывками. Также, кроме врагов, есть и другие препятствия, например, шипы, пилы, ракеты, исчезающиеся платформы, самонаводящиеся ракеты, батуты. В игре также будут скины. У каждого скина 1 или 2 способности. Чтобы пройти более сложные уровни, придется купить персонажа посильнее. В игре уже есть 14 уровней, мне осталось сделать еще штук 20. Пожалуй, этим мы сейчас и займемся. Мне нужно нарисовать 6 уровень. Начинаю я всегда с геометрии уровня. Без каких-либо деталей накидываю примерный уровень. Затем начинаю наполнять его. Делаю так, чтобы игрок не заскучал на уровне. Добавляю врагов, шипы, пилы. После того, как я прошел несколько раз уровень и исправил все недочеты, начинаю украшать его. Сначала блоки, потом задний фон, передний план и немного деталей. И все, уровень готов. Заметьте, новый скин. Это то, над чем я сейчас работаю. Так, нам нужно убить 10 врагов. Ладно, давайте я покажу обучение. Нас приветствует вот такой кружок, который так и кричит: «Собери меня». Ладно. Еще один кружок. Мне кажется, или они меня куда-то ведут. Короче, вот враги. Здесь нам показывают, как правильно атаковать врагов, то есть прыгать им на голову. О, ульта. Что же делать? Блин, скучно. Давайте-ка пройдем босса. Та-да! Итак, вот его первая атака. Чтобы увернуться, нужно бежать туда-сюда и подобрать подходящий момент. Он теперь оглушен, можно нанести немного урона. А вот ракеты пошли. Вторая атака. Здесь уже посложнее. Нужно уворачиваться и как-то наносить урон. Ой, кажется, кто-то разозлился. Ракеты и враги стали спавниться чаще. Третья атака. На этом все. Вот такое сумбурное видео получилось. Ставьте лайки и пишите комментарии. Нет, серьезно, пишите комментарии. О чем мне снимать-то? Ну и посмотрите эти два ролика. До свидос.